как референс. В общем, взял я кадр из фильма обычный. Вот. Для чего он нужен был мне? Мне нужно было иметь представление, где располагается, ну, дорога и где примерно расставлять здания. Вот. Я как делал? Брал вот полигональное лассо, да, и вот так вот набрасывал, грубо говоря. Вот здесь, допустим, здание будет. Ну, в итоге вот у меня получилось примерно вот это. Вот здесь вот будет дорога, а здесь здание. Также был сделан специально для проекта персонаж. Собственно говоря, анимацию вы можете сейчас наблюдать. Это будет грузовик. Создаем blueprint. Actor. Так. Переносим. Добавить компонент. Так, ищем spotlight. Ну и угол надо будет поменять. Так, угол. На 23. Компилируем, сохраняем. Так, сам стиль как бы города грехов был сделан с помощью лют текстуры. Собственно говоря, вот здесь вот вы увидите ссылку на туториал. Так, ну собственно, ничего особенного нет. На камеру, грубо говоря, был накинут сцен калори самолета. Вот, и saturation там чуть-чуть игрался. Вот, надеюсь, было интересно смотреть. Всем удачи!